Пиздец, больше всего на свете я ненавижу, когда люди начинают свои ролики на Ютубе со слов «всем привет». Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет! Всем привет, меня зовут Глеб, и в сегодняшнем ролике я хотел бы рассказать вам, как можно обезопасить себя от коронавируса во время парения вейпов. Это видео будет посвящено своего рода профилактике от вируса. В первую очередь нужно обеспечивать максимальную чистоту. Дезинфицируйте свой вейп как минимум 5 раз в день специальными средствами. Но лучше всего делать это каждый раз, когда вы парите. Постарайтесь как можно реже трогать дриптип своими руками. Стоп, не трогай меня. И поскольку он контактирует напрямую с вашим ртом. При замене картриджей и испарителей обязательно вымойте руки с мылом, поскольку мундштук картриджа будет напрямую касаться ваших губ. Ни в коем случае не давайте свой вейп другим людям, даже если они предложат установить на него свой дриптип. При замене хлопка либо спирали обязательно продезинфицируйте все инструменты и место, на котором это будет происходить. Также тщательно вымойте руки с мылом. Еще мы рекомендуем промыть все части бака под горячей водой с мылом. Также для большей безопасности старайтесь укреплять свой иммунитет. Кушайте фрукты и витамины. Держите дистанцию и будьте здоровы. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и Сигарет Нет Бай. И до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. И подписывайтесь на наши социальные сети. Все ссылки будут под видео в описании. Раньше здесь был мат.